На заседании всего было рассмотрено 6 протоколов об административных правонарушениях. По статье 27 областного закона было составлено 5 протоколов. По одному протоколу вынесено предупреждение. Двум нарушителям придется заплатить штраф по 1000 рублей. По одному протоколу наложено наказание в виде 2000 штрафа. И по одному протоколу штраф 3000 рублей. На заседании был рассмотрен один протокол о нарушении 32 статьи областного закона. Статья 27 областного закона об административных правонарушениях. Нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время суток. В ночное время с 22 часов до 6 часов утра в местах постоянного проживания и пребывания граждан влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 3000 рублей. Статья 32 областного закона об административных правонарушениях торговли в неустановленных местах. Торговля вне мест, установленных органами местного самоуправления в городах и иных населенных пунктах, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей, на должностных лиц от 5000 до 10000 рублей, на юридических лиц от 10 до 30000 рублей. По этому протоколу комиссия приняла решение прекратить производство по этому делу.